Самые сильные мужчины мира соберутся в Запорожье 23 августа. Впервые в нашем городе при поддержке местного промгиганта и руководства области пройдет чемпионат по стронгмену. Главным судьей соревнований станет неоднократный чемпион мира в силовом многоборье украинский спортсмен Василий Верастюк. За день до масштабного события организаторы рассказали нашим журналистам, чем собираются впечатлить зрителей, а украинские богатыри показали на деле, как тренируются настоящие силачи. Чемпионат по стронгмену организаторы приурочили ко Дню независимости Украины, и это не случайно. С помощью состязаний хотят поднять боевой дух сильной половины страны, показать настоящую командную работу. Оттого соревнования и назвали «Сила, воля, единство». Головне, щоб ми кожного ранку дивились в зеркало і дякували Богу, що ми все ж таки лишаємось людьми. І в тому полягає найбільша сутність, як особисто для мене, завтрашних змагань. Патріотизм, здоровий спосіб життя і людяність. От такі гасла особисто для мене. Нашій молоді потрібно постійно нагадувати про те, що треба вести здоровий спосіб життя, спортивний спосіб життя. І це здорово, це модно, і це потрібно робити. Ось така наша головна мета, окрім того, що спортсмени будуть змагатися і виборювати з-поміж себе, з-поміж тих команд, звання найсильнішої команди. За это звание будут бороться 8 сильнейших команд из разных стран мира. Украину будут представлять 2 сборные. Организаторы отмечают, все спортсмены хорошо подготовлены, поэтому борьба будет напряженной. Зрители обещают поразить способностями стронгменов. Первая вправа эстафета с 2 этапов. Первый этап – это фермерская прогулянка, 2 валізи по 150 кг, то есть в сумме 300 кг. Потрібно пронести 20 метрів, і потім шилд, тобто щит вагою 180 кг. Друга вправа в нас розрахована на верхню групу м'язів. Це локліфт, колода вагою 150 кг і плюс гантеля 90 кг. Що ми наблюдали сюди по телевізію. Наблюдали, как это происходит, а теперь запорожцы могут воочию прийти на стадион и посмотреть, как это действие происходит вживую. Ну, конечно, скажу честно, что нужно было много приложить усилий для того, чтобы организовать все. Организаторы чемпионата «Сила, воля, единство» приглашают всех жителей и гостей города на эти зрелищные состязания, которые пройдут на стадионе «Славутич-Арена». Начало соревнований в 14:00. Вход бесплатный.